Программа «Активное долголетие» включает в себя социальный туризм, обучение и многое другое. На встрече с ульяновскими пенсионерами сенатор Сергей Рябухин отметил, что работа с пожилыми людьми – одно из приоритетных направлений для государства. Все программы социально-экономического развития страны, они как бы проходят вот через это понимание. И очень важная задача, которая определяет стратегию развития страны – это качество и продолжительность жизни человека. В регионе также увеличивается количество центров активного долголетия. На сегодняшний день их больше 200. Благодаря им представители старшего поколения имеют возможность вести активный образ жизни, поддерживать свое здоровье, осваивать компьютерные технологии. Обсудили на встрече и другие меры социальной поддержки, в том числе и помощь семьям наших защитников. Некоторые участники встречи обратились к сенатору с личными вопросами. Например, одна из жительниц региона попросила подсобить с реабилитацией. В нашем штабе сторонников «Единой России» есть уникальный человек, чемпион России по вольной борьбе, который создал для таких ребят школу для инвалидов, которые методом приемами вольной борьбы лечат и восстанавливают детей. Вы останетесь, я вас познакомлю с ним. В обсуждении ключевых социальных вопросов и проблем участвовали более 50 человек. Как обещают организаторы, подобные мероприятия будут проводиться регулярно. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.